друзья и ученики! Сегодня в рубрике «Ответы на вопросы» мы затронем темы, касающиеся бинтования коленей, локтей, кистей, использования и применения кистевых лямок и тяжелоатлетического пояса. Потому что тяжелоатлетический пояс – это самый большой вопрос, и больше всего негодующих комментариев приходит мне по этому поводу. Ведь я настоятельно рекомендую вам не использовать тяжелоатлетический пояс. Конечно, если вы не занимаетесь пауэрлифтингом или стронгменом. Бодибилдеру тяжелоатлетический пояс не нужен. И более того, он будет вам только мешать, будет вас расслаблять конкретно мышцы кора и только вредить нам с вами. Ведь посмотрите, когда мы работаем в тех же приседаниях, мы конкретно нагружаем мышцы кора. А мышцы кора – это самое важное, что у нас есть. И если мы не будем давать им нагрузку, они не будут в том необходимом тонусе, чтобы поддерживать всю нашу крепкую мускулатуру, поддерживать позвоночник. Вы знаете, мышцы кора – это не только пресс и поясничные мышцы, но и много других мышц-стабилизаторов. Применяя пояс, вы, тяжелоатлетический пояс, вы только вредите себе, мешаете себе прогрессировать. Запомните это раз и навсегда. Когда нужно применять пояс? Пояс тяжелоатлетический нужно применять только, когда мы с вами тренируемся на силу. Когда наступает неделя силы, когда мы тренируемся от 2 до 3 повторений. Я не рекомендую все, что выше 3 повторений, одевать тяжелоатлетический пояс. Лично я вообще не пользуюсь в последнее время, уже, наверное, больше 10 лет, тяжелоатлетическим поясом, несмотря на то, что у меня межпозвоночные грыжи и протрузии. И самое главное, поймите, что тяжелоатлетический пояс работает только когда вы перетягиваете себя конкретно и работаете на 1-2 повторения, как часто делают силовики. И конкретно они это делают именно в момент соревнований. Я знаю многих пауэрлифтеров, которые, доходя в приседаниях за 300 кг, даже не одевают пояс и не бинтуют колени. А что делают бодибилдеры, что делают дрыщи в зале? Страшно смотреть. Когда нужно одевать пояс? Когда вы хотите поработать на 3-2 повторения. А бодибилдерам я не рекомендую опускаться ниже 3 повторений. Нам с вами это не нужно. Силу прекрасно растят 3-5 повторений. Главное знать, как это применять, когда это применять и с какой периодичностью. Это очень и очень важный момент. Если вы боитесь о том, что ваша талия вырастет без пояса, это полная чушь, полный отстой, миф, который может развеять вам любой грамотный специалист. Я очень уважаю доктора Любера, и я очень много знаний брал в 90-е годы именно от него. И сейчас из множества рекомендаций в интернете, самые грамотные инструкции вы почерпнете именно от этого человека, потому что он имеет колоссальный опыт. Опыт как раз-таки тот, который зарождался в подвальных качалках, которые прошел и я. И поверьте мне, ребята тренировались тогда, многие без фармакологии, качались без применения тяжелоатлетических поясов, ни у кого талия не выросла, ни у парней, ни у девчонок. Чтобы выросла талия приседаний у парня, вам нужно приседать где-то по 220 кг раз на 8-10. Кто из вас приседает хотя бы 160-180 на 10 раз? Напишите мне в комментарии, мне интересно. Вы знаете, сколько раз я приседаю со 180 килограммами, и я не одеваю пояс. Вы видели, я использую и веса за 200 килограмм, и в приседаниях, и в становых тягах, и я не одеваю тяжелоатлетический пояс. Тот пояс, который вы видите у меня, который я иногда применяю, я применяю только для сохранения тепла в позвоночнике. Он матерчатый. Это не тяжелоатлетический пояс. Он не служит именно для той функции, которой нужен и
которую вы хотите получить от тяжелоатлетического пояса. Я тренируюсь, живу в Америке, во Флориде, здесь очень жарко. И в залах постоянно работают кондиционеры, постоянно присутствует какой-то сквозняк. Нет ничего хуже для разогретой работающей мышцы, чем сквозняк. Не дай бог вас просквозит, а вы разогретый крындец вашей поясницы. Я этого не хочу, поэтому, когда кондиционер особенно злостно работает в зале, я одеваю пояс. Если зал теплый, кондиционер работает не на полную катушку и не стоит непосредственно под стойкой для приседаний или становой тяги, я просто не использую тяжелоатлетический пояс. И вам это не рекомендую. Девчонки, тоже можете не бояться, чтобы у вас выросла талия от приседаний или от становых тяг, необходимо принимать, использовать огромные веса и в приседаниях, и в становых тягах, к которым вы даже близко, большинство из вас, не приближаетесь и никогда не приблизитесь. Поэтому забудьте об этом. О том, что пояс убережет вас от травмы, от межпозвоночной грыжи или протрузии, это тоже полная чушь. Наоборот, если вы будете рассчитывать на пояс, не дай бог где-то косячить в технике, вы только навредите себе. Если вы будете использовать тяжелоатлетический пояс и, как многие придурки, ходить в нем от начала тренировки до конца тренировки, вы будете иметь колоссально растренированные мышцы кора, которые дадут о себе знать потом в другом упражнении, к примеру, в том же подъеме штанги на бицепс или подобном упражнении. Кстати, большинство травм поясничного отдела позвоночника происходят при подъеме штанги на бицепс. Грамотные люди понимают почему. И очень редко получают люди травму при становой тяге и приседаниях. Невозможно получить проблему при идеальной технике. Вы либо делаете грамотно, либо бросаете штангу. Не нужно бороться с собой путем нарушения техники выполнения упражнения. Зарубите себе на носу. Либо делаем грамотно, технически, идеально, либо вовсе не делаем. Никогда в становой тяге и в приседаниях не подходите к отказу, даже близко. Я всегда оставляю в запасе 1-2 повторения как минимум. Во-первых, становая и присед – прекрасное упражнение для роста силы всего мышечного корсета, всего нашего организма. А отказы убивают силу. Это уже доказано. Я не раз уже видел, что самые сильные лифтеры, стронгмены тренируются именно не в отказ. Потому что отказ убивает силу. Отказ мы используем только, когда тренируем окислительные, в скобочках, медленные мышечные волокна и промежуточные. Во все остальное время не используем отказ. И даже когда тренируемся на массу, на гликолитические мышечные волокна, тоже нужно подойти близко к отказу, когда следующее повторение ваше будет отказным. Но его выполнять не нужно. Тогда вы гарантированно будете запускать мышечный рост и мышечную силу. А для натурала, кто бы что ни говорил, нет другого пути, как становиться сильнее. Если вы хотите чувствовать работающую мышцу, то сначала нужно дойти до определенных силовых показателей, о которых я уже не раз говорил, и в моих предыдущих видеороликах вы можете найти эту информацию, а также в статьях. Не забывайте, кстати, посещать мой сайт HM Gym и также группы ВКонтакте, на Фейсбуке, в Одноклассниках. Везде есть информация практически на все мои видеоролики в печатном варианте. Я знаю, многим гораздо легче воспринимать именно печатный вариант, и сам я люблю почитать, нежели посмотреть, потому что возникают больше запоминающих и понимающихся стереотипов в моей голове. Когда смотришь только, можно отвлекаться на другие мысли. Кстати, вы наверняка заметили, если вы чем-то взволнованы, о чем-то сильно думаете и читаете, то можно прочитать даже несколько страниц и ничего не понять, думая о своем. Приходится возвращаться и перечитывать. Поэтому
ребята, будьте всегда сосредоточены, всегда понимайте то, что вы делаете, для чего вы это делаете, как вы это делаете. Тогда не будет у вас проблем со здоровьем, не только в спорте, но и не будет проблем по жизни. Хотя это звучит, конечно, утопически, но всегда можно и нужно стремиться к лучшему, быть на позитиве. Это очень и очень важно. Надеюсь, я дал вам разъяснения полные по применению, использованию тяжелоатлетического пояса в бодибилдинге, когда это нужно делать и нужно ли делать вообще. Следующее, о чем я хочу сказать, это о бинтовании кистей, локтей и в первую очередь коленей. Я часто вижу, как люди, обмотанные в обмотке, полностью все, что можно бинтовать, обмотать. Единственное, что, наверное, только горло себе не обматывают, потому что это перекрывает дыхание. Ходят всю тренировку. Нет ничего тупее, глупее, смешнее, но это все не страшно. Самое главное, нет ничего опаснее для ваших суставов. Почему? Вы знаете, как любой грамотный человек, что сустав имеет свою жидкость, кровь приносит питательные вещества. То есть сустав постоянно должен находиться в смазанном состоянии, если можно так сказать. Если вы делаете жесткую обмотку коленей и приседаете выше, чем, опять-таки, 3 повторения, вы перекрываете эту необходимую смазку, ухудшаете смазку коленных суставов, и это приведет как раз-таки к тому, чему вы пытаетесь избежать. Вы получите травму колена. Обязательно получите травму колена. Поэтому обмотка, опять-таки, как и тяжелоатлетический пояс, применяется только в силовом цикле на 2-3 повторения. На все остальное обмотка нам не нужна, она будет только вредить. За исключением, если у вас болят кисти, можно применять кистевую обмотку, но опять-таки, только на самые рабочие подходы, 1-2 последние рабочие подхода, и обязательно снимать ее после выполнения подхода сразу. И не бинтуйте так, чтобы у вас белели, синели конечности. Вы так только вредите себе, и попробуйте сделать, сильно-сильно обмотав кисть, вы просто не сможете удержать штангу на 6-7 повторении, так как кровь не поступает, вы перестанете контролировать кисть, перестанете контролировать пальцы, можете угрохать себя, штанга просто рухнет вам на нос или на грудную клетку. Это очень опасно, и в первую очередь, если болят суставы, задумайтесь, почему они болят. У меня есть статья, скоро я сделаю видео об этом. Скажу коротко, что современные боли процентов на 75-80 от неправильного питания. Да, если вы только наладите свое питание, уберете все копчености, уберете консерванты, боль пройдет. Консерванты накапливаются в организме, не выводятся организмом, не усваиваются организмом и накапливаются именно в суставах, преимущественно в коленных, тазобедренных. Поэтому, если у вас болят коленки, задумайтесь о том, как и что вы едите. Это очень важный момент. Советую ознакомиться, у меня есть много статей и видео о проблеме суставов. И если вы видите, к примеру, что там коленные суставы, а у вас болят локтевые, смело смотрите это видео и читайте, информация однотипная. Если у вас болят коленки, то однозначно, скорее всего, локти болят по тем же причинам. Причин много, и все их нужно устранять. А желательно не приводить себя к тому, что заболят ваши суставы. Почему болят коленные суставы у многих? Если вы приседаете, а умных людей, грамотных людей, как среди занимающихся, так и среди инструкторов, очень мало. Я не хочу никого оскорбить. Возможно, это не связано даже с вами, а связано с тем, что, приходя к безграмотному инструктору, вы как бы доверяете ему. Нет у вас времени и желания тратить свое личное время на изучение материала. И как бы само собой разумеющееся, что вы платите деньги, вы должны получить качественную информацию. Так вот, приседать нужно всегда, всем. Приседания безопасны,
Даже если у вас проблемы со спиной, просто нужно знать, опять-таки скажу, как, с каким весом, когда, для чего приседать. Есть очень много вариантов, когда приседания наоборот помогут вам избавиться от боли. Есть специальные приседания с гири. Если вы встанете на подставки одинаковые, будете с идеально ровненькой спиной приседать, держа гирю между ног на вытянутых руках. Но гирю, опять-таки, очень-очень легкую, если у вас даже проблемы с позвоночником, будет происходить полезная декомпрессия, как это ни странно. Но в первую очередь, конечно, если у вас болезни позвоночника, травмы позвоночника, я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с моими статьями и видео, как я это преодолел. Есть специальная гимнастика, есть специальные упражнения, рекомендации по питанию, по применению добавок. Все это нужно знать, понимать и применять. Тогда у вас не будет проблем. А если есть проблемы, вы от них избавитесь. Если вы хотите быть здоровым, обязательно ознакомьтесь с этим и следите за тем, чтобы ваши дети придерживались этих рекомендаций. Потому что сейчас межпозвоночные грыжи у детей школьного возраста. Хотя, если вы поищете, погуглите в интернете, такой информации мало. Информация предоставляется старая, когда говорят о том, что болезнь это тем, кому за 30. Да, действительно, раньше так было, но сейчас в связи с нашим тупым образом жизни, когда мы постоянно сидим на нашей пятой точке, мало двигаемся, едим всякую дрянь, а потом удивляемся, почему у нас болит позвоночник. Позвоночник такая же часть нашего тела, как и любая другая, которая требует питания, питательных веществ. Питательные вещества приходят с кровью. Кровь в неработающие мышцы не идет. Когда вы сидите, вы совершенно атрофируете ваши поясничные мышцы, туда кровь не поступает, и вы, и ваш ребенок получает травму, даже не видя штангу ни разу в жизни. Поэтому занимающийся человек, приседающий человек, делающий становые тяги человек, гораздо безопаснее и дальше от травмы позвоночника, чем офисный планктон и чем, к сожалению, наши дети в школе. Сколько они сидят там, поскольку длится каждый урок, а сидеть дольше 20 минут опасно, противопоказано и настоятельно не рекомендуется всеми грамотными докторами, инструкторами и вообще просто людьми, знающими эту тему. Я прошел это на своем горьком опыте, получил травмы в быту. А потом, когда по дурости стал выступать на соревнованиях по стронгмену, все эти травмы вылезли, грыжи и протрузии дали о себе знать. Ни одну из этих травм я не получил вследствие именно приседаний или становых тяг. А как раз таки, когда мой друг хотел строить дом, это было очень давно, еще лет, наверное, 15 назад, если не 20, и сэкономил на разгрузочной технике, привез огромные бревна, и мы их, пацаны молодые, разгружали вручную. Тогда я первый раз почувствовал, как мне конкретно защемило позвоночник. И несколько недель после этого я себя очень плохо чувствовал. Это была первопричина моей поясничной грыжи, которая потом, через вот эти 15-20 лет, и вылезла. Я, конечно же, попервой доверялся врачам, пытался лечиться, но с каждым месяцем мне становилось все хуже и хуже, с каждым годом. Я пролечился почти 3 года, довел себя до такого состояния с помощью врачей, что мне просто уже не помогали 7 таблеток самых мощных обезболивающих средств. Боль была постоянная, когда я сидел, стоял, ходил, лежал, спал, постоянно. Тогда я понял, что врачи это полные придурки в плане именно данного заболевания, данной проблемы. Что они вам скажут? Они вам сразу положат в постель, начнут обдалбливать препаратами. А ведь межпозвоночная грыжа, если вам ставят такой диагноз без исследования МРТ, магнитно-резонансной томографии, то вы просто можете уходить от этого доктора, потому что в 70% как минимум в случаях это не межпозвоночная грыжа, особенно если это касается грудного, шейного отдела. В этих отделах позвоночника вообще редко бывают грыжи. И грыжи возникают у нас в основном в 4-5
позвонке, это поясничный отдел. И то, когда эти боли, повторюсь, это не факт, что у вас грыжа. Возможно, просто защемление седалищного нерва за счет спазма, извините, грушевидной мышцы, ягодичной мышцы. Причин колоссальное количество. И спазмы как раз-таки происходят, как это удивительно, не от тренировок, а от сидячего образа жизни. Теперь вы понимаете, почему ваши дети жалуются на боли в спине. Возможно, грыжи нет, но есть проблема, есть в том, что мышцы не развиты, особенно если вы настолько глупы, что не отдаете вашего ребенка ни в какую секцию, не гуляете с ним, если позволяете ему после сидячего образа жизни в школе сидеть дома за уроками, потом сидеть перед телевизором, потом сидеть перед компьютером. И если вы думаете, что вы заботитесь таким образом о своем ребенке, то мне вас искренне жаль, а еще больше жаль вашего ребенка. Движение. Скажу, что доступно всем и что нужно делать всем. Мы сейчас все очень мало ходим, а именно ходьба осуществляет и привлекает наибольший приток крови к поясничному отделу, к тазовым костям. Поэтому настоятельно рекомендую, гуляйте всей семьей перед сном как минимум 30 минут. И спать будете легче, и семья будет укрепляться, и будут укрепляться ваши поясничные отделы позвоночника. Это очень важно. Так, ребят, я опять отклонился от темы, извините, просто эта тема животрепещущая, и мне по каждый день ежедневно, реально говорю, минимум 30-40 вопросов в личку приходят по проблемам с позвоночником. Хочу сразу сказать, что, еще чуть-чуть отвлекусь от темы, что я рекомендую, даю рекомендации только то, что знаю на своем опыте, через что прошел сам. Поэтому, если у кого-то какие-то сильнейшие искривления, сколиозы, у меня были ученики, были ребята, которым я помогал, но в первую очередь вам нужно обратиться к специалисту, к ЛФК. Я сам учился в институте, 2 года проходил ЛФК, и поверьте мне, с помощью ЛФК, особенно если сколиоз на ранней стадии у вашего ребенка, его можно исправить. Если вы запустите, чем дальше, чем взрослее становится человек, тем ухудшается ситуация и в плане степени сколиоза, искривления, и в плане реабилитации. Очень сложно, когда вы уже сформировавшийся человек, когда у вас мало гормонов, все ваши кости, хрящи выросли, и уровень гормона тестостерона и в первую очередь гормона роста снижается, очень сложно корректировать. Обращайте на это особое внимание. Я вас прошу, следите за вашими детьми. Если вы сами не можете это делать, когда ходите к терапевту, к вашему лечащему врачу, или он приходит к вам, постоянно показывайте спинку ребенка, пусть он смотрит, и если вдруг даже возникают какие-то либо подозрения, сразу же обращайтесь к лечебной физкультуре. Обязательно, это очень важно. Что мы еще не затронули в данном ролике, а я обещал, это использование, применение кистевых ремней, кистевых лямок. Я настоятельно рекомендую тем, кто хочет мощно и по-настоящему прокачать спину, широчайшие мышцы спины, использовать лямки. Без применения лямок вы не сможете прокачать на 100% мышцы спины, мышцы широчайшие. Почему? По простой причине, что мышцы, которые управляют, которые двигают пальцами, кистью, намного слабее, как вы понимаете, мышцы предплечья, намного слабее мышц спины, той же широчайшей мышцы. И они будут лимитировать нагрузку и отдачу от упражнения. Но использовать кистевые ремни необходимо только в рабочих подходах. Пока вы разминаетесь, делаете разминочные подходы, не применяйте, не используйте лямки. Почему? Как раз таки, чтобы укреплять силу хвата, чтобы развивались предплечья, развивались кисти, укреплялись пальцы. Но если вы реально тренируетесь на результат, если у вас ваши тренировки не носят характер
физкультуры, лечебной физкультуры. Если вы хотите получить от ваших тренировок рост массы и силы в рабочих подходах, именно в рабочих подходах, используйте кистевые лямки. Вы сразу почувствуете, насколько эффективнее стали ваши упражнения. Используя лямку, нужно максимально расслаблять руки. То есть представьте, что рука — это просто веревка, привязанная к широчайшей мышце, либо это трос блочного тренажера, когда вы делаете тяги горизонтальные. И руки максимально расслаблены, вся концентрация на мышцах спины. Это очень сложно сделать, если вы думаете о том, как удержать вес в руках. Не то, что сложно, это сделать нереально. Не забывайте о том, что тренинг спины – это самый важный тренинг. Именно спина задает прогресс, весь последующий прогресс. Чем чаще, чем раньше вы начнете подтягиваться, тем лучше будет ваша фигура. Если вы не выполняете становые тяги, не ждите серьезных результатов, серьезного роста массы и силы, если вы натуральный атлет. Это все очень и очень важно. Надеюсь, данный ролик был вам интересен и полезен. Пишите комментарии, пишите в комментариях свои вопросы. А если вы увидели уже вопрос в комментарии, поставьте лайк, чтобы я понимал и знал, на какой вопрос в следующем выпуске отвечать в первую очередь. Здоровья, друзья, прогресса в тренировок. Увидимся в тренажерном зале. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!